Зараз було максимально приємно поспілкуватися ще до ефіру, тому що зараз буде чоловіча тема, яка об'єднує двох. Навіть схожі деякі історії є. Сьогодні у нас тренер із боксу та ММА Максим Фют. Доброго ранку. Добре. Ще раз. Максиме, питання одразу. Як привела історія життя саме до боксу? Що все почалося? Ну, началась вообще спортивная деятельность не с единоборств, а, как мы уже немножко поговорили, да, это было вообще кардинально иной формат спорта. Это была хореография. Я в 5,5 лет пошел на танцы. При том, что меня не родители отдавали, а я сам почему-то его захотел, и я пошел. В 90-х? Да, это были как раз лихие времена. Лихие танцевальные часы для того, чтобы потанцевать. Да, мы разнообразили их. Вот. И, а затем, когда уже началась школа, все, и в первом классе парень 90-е, там кто-то либо должен был заниматься футболом, кто-то где-то там по воротням, а я танцами. Естественно, я где-то выбивался со стереотипа вот этого всего, и начали там какие-то кривые взгляды. Я понял, что чтобы меня там меньше пытались где-то там ущемлять, чисто физически, я сказал, окей, я танцы не бросаю, я начинаю заниматься единоборствами. И вот с тех пор, как бы, такая... Спочатку единоборство было, які саме, чи це бок зразу був? Нет, на те времена это было вообще физически какие-то там контактные... Форматы, я бы даже не сказал, это, наверное, на те времена инструктора это говорили как рукопашный бой, вот такого формата. А затем это идет, пошло в классику, это бокс был, у меня было карате еще, то есть я занимался, притом не бросая танцы. То есть для меня было в приоритете, на самом деле, танцевальная деятельность, а единоборство это было как форма такого самоутверждения физическое. Ну, тобто, як мінімум, щоб для самозахисту, для тих людей, які там принижують твої певні права і вподобання. Ну, вони не то, що пытались принизити, вони просто пытались где-то показати, що в смысле парень танцующий. Более того, це изначально була просто стандартная там хореографія. А затем это началось самое интересное, это бальные танцы. И вот здесь началась эпоха именно такая, типа, вообще разрезу, типа, в смысле? Клешни, штаны. Да, комбидрезики, это все зачесики, гелевые лапки, короче. И вот это такое движение начало... Туфельки там с минимальным каблучком, правильно? А еще как они лаковые были, когда они блестят, либо там рубашечка на топоре. Но вот это очень сильно начало вызывать диссонанс в обществе, в смысле, типа, парень, и вот такой, значит, он какой-то там слабенький. И я никогда, я в принципе, я не конфликтный человек, наверное. Ну, ми перевіримо в кінці ефіру, я вам скажу, чи конфліктний Максим чоловік, чи ні. Ну, і вот так от пішло как бы, деятельность, у мене, я ж говорю, единоборства начали пересекатися з танцями, но при этом, что я, в принципе, всю жизнь считал и думал, что у меня займет ну, основную там, часть времени – это хореография. У меня были цели открыть свои студии, я много где там ездил на соревнования, все. Но потом немножко в жизни все произошло иначе. И но в целом студию ты же открыл, тільки боксерскую уже. Ну да, но на самом деле у меня в Киеве, когда я только переехал, была студия по хореографии, но затем как бы она была партнерская, не лично моя, а вот как бы проработав определенный период времени, все изменилось, и исключительно хореография ушла с моей жизни, наверное, только там для каких-то там личных познаний я могу потанцевать где-то, а все полностью заняло это единоборство. Ну так як Усик, я дуже часто дивлюся за Усиком, там де він тренується, і між відпочинком ця хвилина часу він стоїть. Так это очень хороший форм антистресса на самом деле. Человек, который может подвигаться свободно, это тоже нужно уметь. Это моральная сила такая должна быть, потому что зачастую, да, мы как мужчина, мы говорим, мужчина не танцует. Зажаті, да, да. Мужики, вони максимально зажаті. Да, это классно, в ринге ты наоборот, ты движешься, ты танцуешь, ты грациозно можешь там выполнять любые действия, при том, что это как в ударной технике, так и просто иногда постебать своего соперника. Я вообще люблю во время там боя своего улыбаться и всегда выбираю себе достаточно яркие капы, и когда ты еще можешь потанцевать, подвигаться в этом периоде, это вообще для соперника начинается такой, он такой весь серьезный, зажатый, ты такой, ну окей. Ну психологично, как бы, да, называется. А, ты, коли тренуєш, це діти, чи є дорослі, чи є вже, можливо, якісь там навіть і профі люди? На самом деле, работаю, начиная с маленьких деток, заканчивая. У меня, во-первых, нету какого-то ограничения в возрасте. Ну, то есть, начинаю работать с детками с 3 лет, которые... Вот, потому что, ну, уже длительный период времени я на это там уделяю внимание. И для меня это дети, это вообще маленький микрокосмос. Это они все такие звездочки, на них я безумно люблю работать с детьми. Им нужно максимально уделить внимание, каждому индивидуальный подход, и мне, ну, это нравится. По поводу взрослых, у меня нету градации, там, мужчина, женщина, есть спортсмен,
И точно так же в возрасте. У меня самый, наверное, такой мой взрослый был спортсмен, это почти 70 лет. Ого! И я тебе больше скажу, он перебивал некоторых на спаррингах парней, молодняк, просто он вот так вот, как траву косил. Поэтому возраст – это исключительно цифра в паспорте. На нее никогда нельзя базироваться и себе ставить какие-то рамки. Но я сказав би, що навіть і дівчата це лише виглядають слабенькими. Я скажу історію свою, коли я вперше прийшов в зал. Мене поставили із дівчиною, і вона так акуратненько, легенько, я кажу, так можеш сильніше. І вона мені так наклясала, що я сидів і думав, я тебе трогав. Зачем я це сказав? Ні, на самом дівчонки, для мене дуже тяжело, я готував там багатьох дівчонок на бої, да? І для мене самое тяжело було насправді смотреть, як вони вот дерутся. От крайній бой був у нас в Одесі цим літом, і дівчинку підготував, у нас було дуже маленький період времени, буквально за місяць, з нуля, необхідно там участвували в проєкті. Подготовить. И когда вот самая основная такая штука, на что нужно уделить внимание, это психологическая подготовка. Но девчонки, когда выходят в ринг, я тебе честно говорю, лучше бы мы драли. Это, во-первых, это самые зрелищные все-таки поединки, это факт. То есть женские сражения, я это верю. Просто. И у них, вот знаешь, если я думал, что у нас там падает, не, там и не поднимается, не просто вот. И там мистерия, что? Иди сюда. Но это очень тяжело. Это на самом деле наблюдать очень сложно для меня как тренера, но как зрелищность для вот, зрителей. Для глядача, класс, да. Просто. Я не розумію, чому жіночий бок до цього часу не такий популярний, як і чоловічий. Там насправді більше крові, ніж у чоловіків. Ну, на самом деле, я считаю, что девчонкам не стоит драться. Вот мы, как даже сейчас, я очень сильно у себя в студии там ввожу такую как бы специфику, что бокс, ломая стереотипы, назовем так, да, что бокс больше для того, чтобы это как форма антистресса. Потому что у многих, особенно девчонок, то есть у меня сейчас очень много подопечных, именно там спортсменок, которые приходят не для того, чтобы там набить лица друг другу, а как форма антистресса. Ты, я погоджуюся с этим. Это очень классно на самом деле. Тебе не надо конфликтничать дома, тебе нет необходимости ходить всегда в напряжение. Ты пришел. Более того, я там специализируюсь больше как тет-а-тет, когда со спортсменом работаешь, вот групповые минимально, я больше пытаюсь вот личное внимание уделять. И ты объясняешь, то есть ты внедряешь больше психологию и говоришь, что с помощью вот этих всех техник просто разряжайся. И я тебе скажу, что девчонки смотрятся, опять-таки стереотипно, что если бокс, это сломанный нос должен быть, там отбитые мозги и все остальное. Да нет, можно иначе все делать. Вот в этом и ты пытаешься там переломать стереотип боксер, значит, там тупой, либо еще что-то. Нет. Это нужно. Все бойцы наоборот очень умные, потому что это стратегия. Тебе нужно все этим всем настолько владеть, что ты не просто вышел там помахать кулаками, как где-то на подворотне. Это очень умные люди. Ну так за помахать кулаками десь за кутом, за будинком, за це ж тебе виганяють із залу. Ну, если ты так... Якщо, звичайно, іде не про самооборону. Ну, вот мы специализируемся, у нас в студии есть и самооборона, в том числе мы преподаем. Но, опять-таки, когда приходит спортсмен, а для нас это каждый человек, который пересекает уже линию там, двери в наш зал, он автоматически становится спортсменом. У нас нет вообще такой градации, как клиент, либо еще все, это спортсмен. Начинающий, любитель, аматор, профессионал, но это спортсмен. И когда мы слышим, мы всегда первым делом спрашиваем, для чего ты сюда пришел. Когда человек говорит, что я просто хожу лишь бы заниматься, ну это на самом деле неправильно. Мы пытаемся объяснить, что должна быть какая-то цель. Второй момент, когда человек приходит и говорит, слушай, меня вот вчера напинали, я хочу сейчас вот научиться и пойти тоже его напинать. Мы с такими людьми стараемся первоочередно максимально провести моральный диалог, да, для того, чтобы объяснить, что не стоит. Мы не обучаем для того, чтобы идти и самоутверждаться, чтобы там бить его, либо еще что-то. В майбутньому можливо его захистити себе. Да, мы исключительно всегда объясняем, что все любые эти этапы мы даем для того, чтобы человек научился самозащита для себя. В боксе, в самообороне как таковой, да? Психологичный, я бы сказал бы еще. Это тоже. И опять-таки, когда человек умеет за себя постоять, если правильный инструктор с ними работает, либо тренер, да, он первоочередно будет понимать, что у него гораздо большее преимущество по отношению своего соперника, и он никогда не будет использовать свои кулаки. Он закончит, скажем так, бой, не начиная диалогом. А кулаки включают только люди, которые не умеют общаться. Я считаю, что вообще кулаки должны включаться только во время ринга. Вот в рамках там, ринга, октагона, на улице вообще нельзя.
Нужно або в залі, наприклад, в рушу. Як ну, для ну стресу, опять-таки, да, в спортивном форматі це безключительно можна і необхідно. Для цього, собственно, це і создано. Но не на вулиці. Я ще хотів би одне запитати. Танці і бокс, і діти. Чи вчиш їх танцювати в перерві? Тобто знімати якийсь певний стрес, можливо? Ой, я можу потанцювати, на самом деле. Я ж говорю, з дітьми я себе взагалі чувствую, як в своїй тарелці. Я не являюсь тим таким лютим, і все. Я люблю, щоб уважали. Ну, я не понимаю, когда ты тренируешь и орешь. Я, в принципе, у меня ребенок, я точно так же воспитываю ребенка без крика, без ничего. И с детьми, которыми я тренирую, я могу спокойно потанцевать, могу подурковать, но по щелчку они становятся в стойку и выполняют четко свои задачи. Я скажу на прикладі свого тренера, Юрій Тарасович, прекрасніша людина в місті Рівному. Він був як прикладом. Якщо хтось із наших учнів, людей, які навчалися в боксі, щось не розуміли, він вистроював всіх тако в шахматному порядочку і на своєму прикладі з вогнем в очах це все показував. І, наприклад, я думав, вау, ось я хочу бути як Юрій Тарасович. І він це все робив. Я повністю повторював. Чи стаєш ти таким самим прикладом для своїх Ну, стою ли я, это необходимо, наверное, у них спросить, это будет неправильно, если я начну так утверждать, но я пытаюсь быть для них примером, потому что, как минимум, я уважаю родителей, которые доверяют мне своих детей, ну, или там даже взрослых, которые приходят, у нас, в принципе, нет градации, опять-таки, в возрасте. Я стараюсь для них показывать пример и рассказывать, объясняя и анализируя любую ситуацию. Говорю, вот если ты хочешь его сейчас ударить так, зачем? Подумай, смотри, давай разберем, давай поговорим, давай уделим этому максимальное внимание. И опять-таки нету такого, я понимаю, что есть тайминг там тренировки, но если я вижу, что есть какая-то ситуация, которую необходимо максимально разобрать, все временные рамки уходят на задний план, и мы максимально разбираемся с этим. Поэтому деткам я пытаюсь максимально вот уделить, потому что я, как ранее сказал, это маленький микрокосмос. Как ты в него все вложишь, так он будет потом вот вырастать, вырастать, и с этим он будет дальше двигаться. Поэтому ну, я очень с ними... Очень індивідуально прорабатую все. Круто. Бокс – це суцільні травми. Я розумію, що будь-який удар може піти якось неправильно, вибив зап'ястя, розтяжки, десь сильніше вдарили в носа, прийшлося тобі його лікувати. Які такі небезпечніші травми для життя, можливо, чи отримав ти, чи були, чи не було? Это так серия «Мама, прости, ты этого не все знала». 8 раз сломан нос. 8 раз? Да, при этом не скажешь, очень хорошо мне его ставили. Касаемо переломов, переломаны, наверное, все уже части и конечности. Один из самых таких топовых, это год назад вообще дрался со сломанной рукой. За 3 дня до боя я сломал, и тут лучезапястную, тут еще хрящи переломал, побил, короче. Тобто однією рукою. Я так розумію, що це була права рука і лівою рукою. Да, і нокаут, я правша. І при этом я виграв бой нокаутом правої руки. Короче, сломаною рукою я нокаутер. Тобто треба було зразу тут і зараз робити бій, правильно? Ну зачем? Ми вже дружимо. Можна тільки поаплодувати такому вчинку, тому що це справжній чоловічий вчинок. Чи було бажання закинути все в спортивній кар'єрі, як там тренерській кар'єрі, чи було вигорання, я б сказав би? Конечно. Конечно, как и в любой сфере, есть ты выгораешь, когда где-то что-то у тебя не получается. И здесь включается второй фактор, это моральная сила. Потому что самое тяжелое – это не физически выгорать, а морально. Это гораздо дольше требует усилий и восстанавливается. И в этот период хочется просто от всех абстрагироваться. Ну, я считаю так, нужно где-то на какой-то момент закрыться в самом себе и задать прежде всего вопрос «Зачем?». Если ты видишь дальнейшие цели, тогда ты понимаешь, что нужно. Посмотреть, что ты уже сделал за какой-то там свой период времени, стоящий ли ты делаешь сейчас, и сможешь ли что-то дать более ценное дальше? Если ты понимаешь, что да, ну тогда делай. Если нет. И на завершення декілька порад для новачків, щоб вони там, можливо, хто хоче спробувати, але боїться, або навпаки хоче дати відсіч іншим таким розбійникам. Які поради дати для глядачів? Ну, прежде всего, это не стоит заниматься боксом для того, чтобы ну, там, кого-то напинать, первоочередно, это саморазвитие самого себя. Второе, нужно не бояться пробовать что-то новое, и единоборство формата бокса, либо иные какие-то направления, это хороший вызов для самого себя. Поэтому
испытывать нужно, но все должно быть в меру. И опять-таки помним, что спорт – это все-таки развитие себя как морально, так и физически. Ми дякуємо Максиму. Я нагадаю, що Максим Фьюд – тренер із боксу та ММА. Не бійтеся пробувати щось і знайте, що це лише для вашого морального здоров'я. Друзі, ми дякуємо за те, що ви переглянули це відео. Не забувайте поставити вподобайочки, написати нам коментар, щоб ми розуміли, що ваш настрій лишився прекрасним. We'll be right back.